Так как вход на территорию мальчикам нельзя в шортиках, то... Может, не надо, да? Папа у нас поет в юбке. Мы наконец-то заходим на территорию. Конечно же, куда без сувенирных киосков. Добро? А сколько? Там 180 штук. Не, ну просто нет смысла ее держать. Может, кто-то другой продаст. Нет, у меня так храм никому не даю. Как там храм. Там не храм, я да могу дать еще что-то, я не знаю. Ласточку могу дать, виды разные. Надо вам пойти. Территория храма мальчики ходят в юбках. Если пришли нечаянно в шортиках. Ниже колен. Да, в юбке ниже колен, конечно. Выше колен или нельзя. В шорт. Если что-то одежда, будь здоров. Ниже колен. Шорт. Да. А Тимуру разрешили в шортиках быть, потому что он еще ребенок. Храмовый комплекс входит в состав мемориала всем погибшим на водах. Так как юго-восточное побережье Крыма подвержено частым оползням, в 2017 году потребовались берегоукрепительные и противооползневые работы около храма. А сейчас вот висит проект реконструкции и укрепления склонов. Начали снизу. Мы находимся на территории храма в 2019 году и видим, что работы по укреплению берега продолжаются. А я его вчера видел с катамараном, что он тут делает? Этот храм является самым высоким храмом в Крыму. Ой, вот Николай. Кошка с четырьмя. Четыре зубца. Кто уклон? Конец. Он утонулся? Вода такая мутная, смотрите, здесь у берега. Угу. Что это такое? Странно. А для этой работы делают, но все смывается. Да, точно, вот. Наверное, из-за работы этих укреплений. Ну, может быть, где-то речка впадает, 10, такая мутная. 19. Музей. Есть. Катастроф на воде. Мешаем. Смотри. Нормально здесь вообще. И коррозия, смотри. Мам, пап, смотри. Что случилось? Ну там все лайки какие-то. Мам, пап. Опять якорь, кошка. И в храм можно зайти. Сюда уже. Но снимать на видео и фото в храме запрещено. Мореплавание у катастрофы. Саша с Тимуром прошли на смотровую площадку. Если вы идете в музей катастроф на водах и покупаете входной билет, то проход на смотровую площадку включен в стоимость. Если же вы в музей не идете, то тогда покупаете отдельный билетик, чтобы пройти на смотровую площадку. Посещение смотровой площадки стоит того. Виды открываются великолепные.